Вместо обшарпанной двери – произведение искусства. Чебурашка, который о чем-то мечтает, глядя на звезды. Возможно, он думает о друге. Целый месяц ждал его появления. И сегодня Гену, который смотрит в окно, рядом с ним рисует художник Екатерина Голушкина. На ее счету десятки уличных картин. Она раскрашивает крышки колодцев и стены, чтобы радовать прохожих. Сегодня ее вдохновил советский мультфильм. Для меня это почему-то трогательно. Вот такие воспоминания, я думаю, не только для меня. Для многих людей, которые видят это, узнают что-то с детства. Хочется вот такое душевное сделать, потому что красивых фартов, прямо таких ярких у нас очень много, а вот именно которые какую-то вызывают эмоцию, которую давно что-то не вызывало, вот таких мало. Картины на улицах требуют согласования с собственниками зданий. Так совпало, что хозяина этого дома зовут Геннадий. И когда он узнал, что из его окна будет выглядывать крокодил Гена, то очень обрадовался. Радуются и прохожие, когда видят новые произведения художников на городских улицах. Говорят, поднимается настроение. Вообще считаю, что нужно город украшать. Мне очень нравятся какие-то новые новаторские решения молодежные. Даже как вот, по-моему, где Нижняя набережная, там разукрашена, фотосессии красиво проводить. Здесь, на улице Байкальской, рисунков немало. Это произведение объединения свободных художников стрит-арт. Екатерина рассказала, что они принимают идеи от иркутян. Если вы хотите, чтобы серая стена вашего дома стала произведением искусства, то можно обратиться к художникам и вдохновить их на творчество. Алена Чеховская, Артур Рощупкин, Аист ТВ.